Вы согласны с Фоменко о изменении хронологии сильных мира сего? Если так, то каждый выбирает вариант в силу своего опыта. Ну, вы знаете, с вами согласен, каждый вправе выбирать все, что ему угодно, это его личное право. Просто когда что мне сильно, я говорил, повторяю, мне звонил Фоменко, что Иносовский, что они впервые дали реальные, так сказать, артефакты, реальные документы, а не мнение кого-то о них. Но вот в том-то и дело, что, понимаете, обнаружив хронологический сдвиг, то есть обнаружив, что вот действительно в истории, в современной истории просто сдвинуто и заполнено пробелы разными моментами, тем не менее, он, с моей точки зрения, делает неправильный дальнейший вывод. Если кто-то заполнил пробелы, не имея фантазии изменять какие-то аспекты, чтобы заполнить пробелы, то вопрос, что же он заменил? А заменили они этим самым фальсификат истории? Реальную историю, которая была у наших предков, в частности. Так вот, зачем выдумывать новую историю, если нужно восстановить то, что было на самом деле, а не пытаться домысливать, что и как это было. Что они думали, когда фальсификаторы придумали это? Нужно не ориентироваться на фальсификаторов, нужно ориентироваться на настоящую реальную историю. И, надеюсь, в ближайшее время будет очень много что, доказательств, много того, что говорится, уже в реальной истории, а не фальсифицированной. Так, еще вопрос. А, ну, вопросы пришли.